первую игру полуфинала Кубка Украины в Харькове наши футболистки Олимп КДЮ США проиграли 7-13. Конечно, приличная разница. И в ответной игре 13 мая ее погасить будет сложно. Но попробовать можно. А если еще и болельщики помогут, почему бы и не рискнуть? Это точно престижно, Славутич обыграть полуторамиллионный город Харьков. Вначале простая задача – просто обыграть харьковчан, а потом еще и с разницей плюс 7. И тогда мы в финале. Но даже если не получится, то попробовать поддержать славутичных девчонок, дошедших до полуфинала Кубка Украины по футзалу среди женских команд, стоит всем болельщикам Славутич. Ведь это уровень соревнований, ну, можно точно сказать, запредельный. Наша телекомпания установит призы для активных и знающих болельщиков, объявим конкурс прогнозов. В общем, собираемся 13 мая в Олимпийце. А глядишь, и всем славутическим миром одолеем Теслу из Харькова во втором полуфинале Кубка Украины. Итак, 13 мая, в воскресенье в 13:00 в спорткомплексе «Олимпиец». Все на футбол. Болеем за наших. И значит, нам нужна одна победа. Одна на всех мы за ценой не постоим. Одна на всех мы за ценой не постоим.